Всем приветики, приветики. Что, пора кушать? Кушать. Все будут кушать? А Донечка где? Донечка пойдет кушать? Доня? Донечка, где ты тут? Пойдем кушать. Пойдем, пойдем, Донечка. Пойдем, пойдем, пойдем. Вот она бежит на своих коротеньких лапочках. А то без тебя все съедят. Все без тебя съедят. Что у нас тут покушать? Желудочки отварные, да? Все, давайте по очереди, по очереди. Всем достанется. Ну, конечно, бери меня аж первый, Милуся. Она сейчас рычать на тебя начнет. Давай, вот тебе отдельную тарелочку. И этим сейчас. Бусик. Бусик. Молодец. Донна Фестлейди. Донечка, девочка, вот прям вам к лапочкам, пожалуйста, соизвольте откушать. А что, надо в ротик дать? А что мы выеживаемся? Что это такое? Вот я же говорю, вкусненько. Отваренные. Час варились, мяконькие, вкусненькие. Давайте теперь сами. А то сейчас вам чехи все съедят у себя и пойдут к вам есть. Бегуся молодец, кушает. Мила пошла проверять, да? А беременяш кушает, молодец какая. Кушает и никого не слушает. Скажи, мне некогда тут с вами ерундой заниматься. Молодец, кушай, кушай. Васюсик, ты решил у Дони поесть? А, поменялись мисками. Мила к Бусе, Буся к Доне. Ну, а давай, Доня, тебе Милкина. Давай. А что, с ручки надо кормить, да? Так вкуснее, когда мама кормит, да? А девушка, вы не обнаглели ли? Вы же можете сами кушать. Вот, молодец. Молодец, кушай самостоятельно. Милуся, а тебе не стыдно у всех все проверять? И миски забирать. Самый грозный пес на свете. Вот такой сегодня обед у Малышей. Приятного аппетита, Бегусик. И вам тоже приятного аппетита. Ну, а всем хорошего настроения и замечательного дня.